И в продолжении дорожной темы. В Ангарске подорожал проезд в автобусах. Одна поездка по маршрутам номер 8, 10 и 20 теперь обойдется горожанам в 35 рублей. О повышении тарифа перевозчики заявляли еще в начале текущего месяца. В Ангарском городском союзе автотранспортников отметили, это вынужденная мера. В последний раз цену на проезд поднимали в октябре 2020 года. Как и тогда, сейчас это связано с ростом цен на топливо. В противном случае перевозчикам пришлось бы сокращать количество рейсов. Прежняя стоимость 30 рублей сохранилась лишь на 9-м маршруте. К слову, Ангарск – не единственный город, где происходит инфляция стоимости проезда. 5 частных перевозчиков Иркутска также подняли тариф на 5 рублей.